Зайчик, и в этом видеоролике я буду проверять лайфхаки из ТикТока для токи-боки в обустройстве, а также просто по ней самой. Я думаю, что самое время начинать, и я не должна затягивать ваши ожидания. Поэтому мы начинаем! Ох, ну давайте проверять этот лайфхак. Думаю, что он рабочий. Так, соединяем эти лампочки и добавляем какое-то кресло. Коврик, ну и картину. Рабочий! Здесь нам показывают, что мы можем покрасить волосы персонажа с помощью разных соусов. Давайте проверим. Так, ну давайте начнем. Я взяла несколько вещей из видеоролика этой девчонки. Я взяла кетчуп и какие-то разные еще вещи. Вот, давайте... Реально оно работает! Потом кетчуп. Ну, тоже прикольно выглядит. А что-то зелененькое красит. Почему у меня розовые волосы не зеленые? Ладно, дальше нам говорят, что их можно смыть. Включаем воду и, надо сказать, нажать на голову, я так понимаю. О, запенилось. Я достаю персонажа, и он реально перестает окрашиваться. Это выглядит классно, идем дальше. Лайфхаки в Токабока. Если ваш питомец сходил в туалет, не нужно сразу выбрасывать лоток и ставить новый. Зайдите в отдел уходовых средств для дома и выберите губку. Потом протрите лоток. Я не знаю, работает ли этот лайфхак, потому что выглядит он как хороший монтаж. Ну ладно, давайте посмотрим. Вот наш питомец надел свои дела, и далее мы заходим в раздел и берем губочку. И попробуем дать ей в руку персонажу и смыть все это счастье. Чё? Это реально работает, вау! Так, а если у нас будут какашечки, и это... Я так понимаю, какашечки у нас только в мусорочку. Ну, давайте возьмем мусорку и посмотрим, надо ли все-таки убирать какашки, или их можно все-таки как-то смыть. Да, видимо, их надо убирать в отдельную мусорку, а так лайфхак рабочий. Рабочий лайфхак! Нам показали, что с помощью круга можно поместить персонажа в тумбочку, что? Ну, давайте проверим. Так, садим персонажа на все это счастье и засовываем в тумбочку. Не получилось? Что? Так, давайте еще раз попробуем, но вроде как круг можно положить. А мой персонаж почему-то соскакивает с круга, давайте это попробуем сделать с матрасом. Вот тут вместо какого-то матрас доллар, 10 долларов, давайте все-таки засунем его туда. Видимо, лайфхак нерабочий, и этот баг давно исправили. Лайфхак нерабочий! Ну и тут им говорят, что если сесть на вот это массажерное кресло с ребенком, то он заснет. Давайте попробуем. И теперь встаем с массажного кресла. Кстати, кресло топчик. Это кресло я нашла в торговом центре. И реально ребенок заснул. Значит, лайфхак рабочий. А если мы его поднимем, то он вновь проснется. Прикольно. Лайфхак рабочий. Так, я так понимаю, что если мы добавим какой-либо сок в бутылочку с молоком для детей, то у нас получится отрава. Ну давайте попробуем. Вау, реально получилось. Лайфхак реально рабочий. Рабочий лайфхак. Чего? Можно реально положить ребенка на подоконник? Бедный ребенок, не спрашивайте, где я его взяла. Это реально рабочий лайфхак, вау! Видимо, ребенок является предметом в Токабока. Далее здесь девочка говорит о каком-то странном баге, что если сделать так, что персонаж плачет и повертеть кровати, то он будет лежать в странной позе. Ну ладно, давайте проверим. А теперь с помощью креатора будем елозить кроватью по всей комнате. Ну давайте я елозю, и ничего не произошло, лайфхак нерабочий. Лайфхак не работает, не верьте. Тут нам показали, что можно спокойно наслаивать ковры, что? Блин, это реально, что ли? Вау, давайте попробуем разные комбинации. Это рабочий лайфхак! Лайфхак работает! А на этом все, пока-пока, зайчик, хорошего дня или вечера, ты был на канале Катруся Буси, до новых ярких и крутых встреч! I don't think you wanna give me a reason.